В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной очередной скандал. И на этот раз снова из-за квартирного вопроса. Ранее внучка Лидии Алексеевны, дочь Марии Шукшиной, продала жилье бабушке. Бабушку в известность она при этом не поставила. Теперь Анна хочет распорядиться частью другой московской квартиры, где прописана. Федосеева-Шукшина вместе с младшей дочерью Ольгой пытаются ей помешать. «Мне недолго осталось», – говорит Лидия Алексеевна. «Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Шукшине и обо мне».